Сейчас прозвучит в моем исполнении песня, которая написана очень давно-давно, была написана мною. Называется «Гластанная любовь». Но вот прошло много времени, и сейчас, наконец-то, выявляется то, что ее так называемые поют «Фактор А», называв, что это они эту песню сочинили каким-то образом, не знаю, каким причинам у них она появилась. Но дело в том, что я с ними тут связался однажды по интернету, они проигнорировали диалог со мной. Вот. Я, конечно, человек не принципиальный, но хочу сказать, давайте-ка, ребята, встретимся, мой контакт найдете и встретимся. И надо все точки расставить на «и». Все, хватит. Пятся и куражиться. А теперь песня в исполнении автора.
если с девушкой с туман кататься. Поется и играется. Спасибо за внимание.